Я хочу простые вопросы задавать, потому что, ну, мне, допустим, не совсем все понятно. Я задаю сейчас к своему, ну, к нашему президенту, да, то есть если мы не признаем итоги выборов, мы считаем, ну, мы Брута, да, там. Сейчас я вот посмотрел, мне прислали, уже есть президент Света, да, Света, здравствуйте. Вы президент, я видел, вы там с канцлерами встречаетесь, еще что-то. Мне есть пару вопросов к вам, да, вы теперь президент. Во-первых, еще раз хочу спросить, если вы президент, где ваш первый указ или первый декрет, ну там о земле, блядь, или о роспуске там бандформирований, которые сейчас выступают от имени Министерства внутренних дел, ну там о роспуске каких-то федераций, ну то есть именно прогнать чиновников, которые сейчас лишают возможности наших прекрасных спортсменов выступать на международных соревнованиях и гордо нести бело-червоно-белый флаг новой Беларуси. Ну, то есть, вы президент, ну, вы пишете президент Света, вас принимает, ну, там, Меркель, Макрон, с кем вы там разговариваете, я не знаю. Ну, значит, давайте приказы. А тут мне присылают, что, блядь, вы хотите пользоваться медиатором каким-то. И слово такое, медиатор. Нацепил на Fender струны, медиатор в руку взял, ебанул стакан портвейна и тихонько заиграл. Эх, рок, говнорок. Какой нахуй медиатор? Ну, извините. Правильно? Правильно постановка моего вопроса? И причем медиатором в нашу страну вы зовете самого главного империалиста. Ну, по сути, доктор зло. И самый главный сейчас, ну, такой антигерой человечества. Это, блядь, там не Трамп, не Хашимин, и не наш уже этот вялый, трясущийся, блядь, с ножками, который сидит. Месяц назад орал, блядь, мы тут не позволим, не позволим. Потом по Орулу переключили и уже сидит этими ножками играет, блядь. Понимаешь, юбочки только не хватает, блин. И ладно. Вы зовете медиатором Путина. Вы говорите, мы хотим видеть его медиатором. Ну, хорошо, я вам скажу так. На переговоры волка с зайцем, блядь, приглашается лисица, нахуй. Она наебет старого волка, нахуй. А зайца все равно съест. Вот какой медиатор, блядь, человек, который хочет воссоздать Советский Союз. То есть вы, по сути, приглашаете медиатором человека, который должен поддержать новую, свободную, независимую Беларусь. Но у него другое желание. Он хочет восстановить империю, блядь. Собрать, он хочет быть, я не знаю, императором Августом, Калигула, кем угодно. Но собирателем земель. Как Петр там. Да, Петр тоже был кровожадный, там творил, блядь, дела. Или Влад Цепиш. То есть он хочет, блядь, романтической крови. Влад Цепиш, да, там. Почему мы все Дракулу-то уважаем? А потом, ну, узнаем, что человек там врагов на колья садил, там, блядь, варил их головы. Ну, творил черт знает что. Но в образах истории он, ну, причем Гарри Олдман постарался, Коппола там, ну, и много других. То есть, по сути, даже положительный образ, да, потому что у нас в истории искусства очень многие, блядь, гадкие совершенно уже, ну, в этом и смысл, да, наверное, задавать вопросы сложные и переворачивать все с ног на голову. Так вот это с ног на голову. Вот у меня первый вас, два всего лишь вопроса. Первый, где ваши приказы? Ну, вот мы белорусы, ну, кто там голосовал, да, вы там 94 на 94, то есть на двоих у вас, блядь, ой, блядь, 188? 188 у вас процентов на двоих. Ну вот, кто-то там те приказы слушает. Ну, а допустим, мы типа должны слушать ваши приказы и ваши новые декреты. Может, и среди ментов и военных есть кто ждет приказов, ну, от вас, Света. Давайте приказы какие-то серьезные, нормальные. Нахуя вам этот медиатор? Какой медиатор? Играйте, блядь, по-дворовому. Гитару дали, быстрее бомби. А то сейчас медиатор принесут, сейчас медиатор. Да сейчас разбежится вся публика. Давай, вали, Света. Давай побольше света и огня. А так у меня будут вопросы. И день рождения, блядь. И вы его приглашаете медиатором. И сразу же Песков, а кто это, блядь? И еще объявляют в розыск. Ну, блядь, ну какое-то детское фантасмагория. То есть это, ну, я такие сценарии писал, блядь, не знаю, мне 4 года как было, понимаете? Ну, это все просвечивается. Это не стопор. Это, ну, это стопор. Ступор.